Всем снова привет. Я решила хорошим настроением поделиться. И да, у меня тут новая кофточка. Последняя, наверное, ну еще вообще не последняя, у меня там еще с человеком когда-то встреча будет, с подружкой очередной. Обмен, не то что обмен, получение подарков на Люле. Традиционно отмечаю день рождения 2 дня. Ну, в смысле день и, возможно, потом через день. В общем, бываю сегодня в гостях. И вот меня от Happy Birthday. У меня вот такая маечка. Вот такая вот с нее бырочка. Так, о. О-о-о. И, в общем, это. Ну, меня вообще попросили померить и сказать, как она мне. Но я померила, так посмотрела, думаю, а что бы не это, не обозреть ее дарочек. В общем, все вот в таком пакетике у меня. Маечка была в отдельном пакетике. Сейчас я покажу этот отдельный пакетик. Вот такой клевый пакетик. По-моему, это ирисы. Что-то вот сейчас эта камера не совсем точно передает, потому что они слегка более фиолетовые. Может быть, при свете не той лампы. Ну да ладно. Просто парик она мне как-то так вот передала совсем один в один. Тут у меня есть еще есть носочки. Вот не знаю, слышно кота, он опять потерялся или нет. Элегантные носочки. То у нас что тут? Женские носки, шерсть, ангора и лайкра. Шерсти 70%, ангоры 20%. И лайкра 10%. Теперь у меня есть теплые носочки. Вообще мне обещали носочки. Две пары теплых и две пары не очень. По-моему, кот приперся. Так. Ой, у меня тут еще пироженка. Мне еще пироженок дали. Пироженка. Там на кухне еще 4 пироженки. Но это так, довесок подарку было. Вот такая классная, кстати, очень вкусно пахнет. Чем-то слегка ванильным. Я еще могу сейчас уточнить. Эйвоновская пена, красные ягоды. 250 мл. Свеженькая. Конца прошлого года. Ванилькой, короче. Я вообще тут несколько дней все пытаюсь себе ванну сделать, и все что-то как-то забываю. Хотя я вообще другую ванну хочу. В смысле, ванну там у меня пена стоит, все никак не уделается. Но с другой стороны, вроде и эту. Я вот не знаю, сейчас, конечно, я чай собралась пить с пироженками. И вроде как ванну надо делать на голодный желудок, но, по крайней мере, не на полный. То, наверное, все-таки ванна отложится снова на завтра. Тут у меня еще есть привет от моей подружки. Подруга, семейная подруга, друзья семейные, скажем так. В детстве мы друг друга называли названные сестры. В общем, привет из Питера у меня тут. Organic Kitchen, розовая мочалка, очищающий скраб для тела, букет пионов и органическое розовое масло. Organic Shop. Я не помню, как оно мне было вообще. Мне его, по-моему, дарила или Настя Лукьянова, или Аленка. И еще Даша присылала, у которой вот этот канал Сиси Шмидт. Ну, вот еще от Заремки. Но я его заюзаю. Буду юзать и юзать и юзать. Может, завтра, может, в ближайшее время. В общем, буду юзать. Я очень доволен. А еще у меня тут такая вот... Кто-то там мне говорил, что в посылке много всего, обезьянки нет. Тут есть обезьянка. Вот такая вот коробочка с обезьянкой. И очень нужная штука такая. В пупырчатом пакетике. Коробочка. Вот у нас пупырчатый пакетик. В нем вот такая. С хвостиком. Обезьянка. На самом деле это штуковина под эти, под губочки. И в ней вот такая губочка. Кстати, очень нужная. Вот я хотела как раз такую губочку, или типа такой. И вот тут мне подарили губочку. В общем, буду я мыть посуду, у меня там гора такая, вообще не поверите, со вчерашнего вечера, или утра, или дня. Что-то у меня все руки не доходили, а частично помою, там у меня все копится, копится, копится. В общем, там у меня гора посуды. И теперь я вот помою посуду и положу сюда, помимо этой губочки, еще одну губочку. Обезьянка. Вот такие у меня подарки. Да, кстати, у меня там хворка где-то писала по поводу мыла. Вот мне так прикалывают люди, которые запретили мне их комментировать. Зачем задавать вопросы, если я не могу ответить? Хлорка. Или отпрети мне тебя комментировать, то бишь разреши мне тебя комментировать на моем канале. Или не вопрошай. Ну и всем спасибо за просмотр. И пока!